Abul, abul. Сколько-то из нас прорвется и займет немецкие позиции, мы обеспечим соседям наступление. А потом в прорыв пойдут танки. Пусть мы ляжем там, но хоть сколько-то отобьем у врага, хоть сколько-то отобьем. И власть здесь ни при чем, какая бы она ни была, есть или будет. Земля наша должна быть нашей, чтобы внуки ходили по нашей земле. И пусть мои кости сгниют к тому времени. Я на это согласен.